Всем доброй ночи. Вот после дождика у меня тут опять ночная гостья. Пацаны собакевичи показали мне ее. Они у меня такое не трогают. Ну, сказали, что вот хозяйка, смотри, там пипец, собственно, да. Сейчас мы этот пипец догоним и выпустим подальше, потому как на моей территории не надо таким друзьям обитать. Да, надо на свободу идти. Покажи. Какое лицо. Ну, конечно, даю блефара с красивыми глазками и улыбкой тебе очень далеко. Ну, такая вот красопета. Сейчас пойдешь на свободу. Ты красавец или красотка? Солнышко маленькое. Нет, цвет у тебя, конечно, красивый, такой защитный окрас, супер, молодца. Шо, пойдешь, я тебя выпускаю. Давай, солнце. Я это хочу у тебя остаться. Мне рассказал Богомол, у тебя жрачка есть. Не, солнышко, ночь на улице. Давай гуляй, я тебя сейчас отпущу, упадешь. Давай, слази, солнце, давай. Скажи, ага. Давай, беги, все. На свободу с чистой совестью, давай. Уходи, уходи. Уходи, мне лишние питомцы не надо. Мне своих нахлебников хватает. Все, удачи тебе.